Хочу до начала работы информировать всех присутствующих, что в городской совет поступило решение окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Назаровского городского совета 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 2. Данное решение говорит о регистрации избранного депутата Назаровского городского совета. И, значит, комиссия решила зарегистрировать Губанова Виктора Александровича депутатом городского совета по одномандатному избирательному округу номер 2. Виктор Александрович выдано удостоверение об избрании его депутатом. И сегодня он принимает участие в работе нашего заседания. Поздравляем Виктора Александровича. Спасибо. Коллеги.